дом, в котором я жил первые 7 лет. Вот здесь вот. Вот так. Этот дом сейчас чуточку побольше, чем тот, в котором я живу. Вот эта вот линия, вот эти вот бараки, вот эти вот строения. Это раньше были бараки, в которых жила куча людей. Стояли, вот это тоже, стояли кирогазы, примуса. Это что тут было это? Как на базаре народа, туалет на улице. Куча народа жила, керосином топили все, подтапливали. Было дело. Ветряки. Вот они. Это самая высокая точка у нас здесь. Ну, по крайней мере, наверное, в Каменском районе. И вот как раз здесь и построили эти ветряки, чтобы добывали электроэнергию. Да, крутят, интересно. Крутят. Крутят, мутят. Тра-ля-лям. Тра-та-та-й-да-ри-та-та-й-дам. Ра-та-та-й-да-ра-та-та-й-дам. Тра-та-ри-да-ри-та-та-й-дам. Ра-та-та-й-да-ра-та-дам. Молодые и не очень пойдут дошкар вам. Ляпчуджум, джарабуджум, джамбурюм, джарибимум. Трамбабай, барибибум, барапапи, барибибум. Трамбабай, барибаби, барапапам, барибибум. Вон она, трасса М4. 6G. Вань. Волгоград. Интересно, удастся ли мне в сентябре съездить сазанчиков половить или все уже? Смотрите, какие гигантелосы. Вращает лопастями. Какой гигант. Какой гигант. Молодые очень
поведут наш каравань. Веди наш каравань. На фоне свинцовой тучи красиво смотрится. Ростов-на-Дону. Вот так вот ее сделал и снимаем. А вон поезд идет. Так, а что тут у нас регистратор показывает? Что-то показывает или ничего не показывает? Вот эту кнопочку нажимаем. Какой-то еще. Ага. То есть экранчик он показывает. Это он не хочет показывать. Это карточка. Карточку вставим. Включается он долго. Ага. Выключился. Включился. А это только экран. Ну что, сейчас поедем. Ляп-чу-бу-рубу. Да, красивый гараж? Да. Ну вот, хорошо. А вы что сюда загнали машину? Там да. Что, не помещается? Поезжу я здесь. Поезжу. На этом, чтобы лишний раз не менять. Потому что эту машину, я ставлю туда к стенке. И поэтому, когда... Ну-ка, на эту кнопочку нажми. Сильнее. Все. Ого! Видал? Таксомоторчик, да? Как же его зовут, таксомотор? Батон. Батон.
Батончик, да? Слушайте, а их где-то две бегало, не одна, а две таксомотора. Это, скорее всего, моего этого хлёстного. Да? Две, вот они. Вот. Ну, они такие какие-то. И они как раз, наверное, это, нашу собаку за нос это грызанули. Да. Таксомоторчик. Охотник он. О, чувствуется охотник. Та-ра-да-да-да. Ну, а этот гараж тебе нравится? Да. Что тебе нравится в нем? Батон! Батончик, он хочет в машину. Хочешь в машину сесть? Посидеть. Ну, оставляй. Оставляй свое это. Батон! Иди. Садись. Я бы Наша посмотрела. Ну давай, посмотри. Вот за это вот. О. Огромная и бита. А это вот как нажал? Само? Само, да? Так само это. Вот так. Ты чё на это? Та-ра-да-да-дам, та-ра-да-да-дам, та-ма-ра-да-да-да-дай-дам, та-ра-да-ди-да-ра-да-да-да-да, та-ма-ра-да-да-да-дам. Открывается, но там у нас все закрыто. Интересно, какой двигатель. Двигатель большой. Ну это да, большой. 5,7 литра. Ого! Ничего себе. Да, ну, Может сесть за руль посидеть. Порулить немножко даже. Бери за руль. Батончик. Батончик. А он куда там? Батончик, думаю, дальше побегу. А, он нет. Классно. О, мама мия, о, море мия. А у вас тут фонарь. Да, подсветка. А вот это, видишь, это будет жидкости меняться. Вот это вот. В целлофановых пакетах. А это вы куда-то все это. Приехали из другой страны? Нет, это какие-то номера, я уже не помню, откуда они. Ну, вот подсветка. Да, подсветка. Я тут сидела давно. Да, 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 да. Я не хочу. Я в другой машине сидела. А тут еще окно открывается? Да, тут все открывается. Окно. Можно это попробовать? Она должна включена быть. А у вас планшет снимается? Нет, это экраны так сделаны, как планшеты. Они не снимают. Модель такая без планшета. Есть без планшетов, да. Есть без планшетов, а это закрыто, надо тоже открыть. Там этот лючок все закрыто. Есть без планшетов такая, есть вот с такими маленькими планшетами, и есть с планшетами больше. То же самое, только больше. Та-ра-да-да-дам, та-ра-да-да-дам. Они вот скоро состарятся, подешевеют, и будете брать. Как раз вы подрастете, они. Да, они будут уже тогда мало стоить.
Нет, это в Ростове куплено. Ого, какой тут это волокно. Дыба, а батон хочет тоже. Тоже хочет батон, да? Это как пепельница вроде. Пепельница? Ну, такую ерунду делают тут. Прикольно. Мне нравится. Просто прям, можно сюда заряд положить. Да. Спасибо. Мне нравится. А тут кто-нибудь тоже. Да. Ты просто можно сюда зарядку две положить. Ну, счастливенько. Можно на рыбалку ездить. Да. А я и езжу на рыбалку как раз. Сидеть и рыбачить. На нитро. Ну да. А вот на вот этой штуке можно что-нибудь положить на ее? Тяжелая. Нет, тяжелая не надо, она же просто закрывает. Поехать. Да. Я хотела вообще... Вообще можно подожди поехать и все. Да, закрыться. Эй, я хотела на и достала. А поеду. А пойдем куда-то. А это крутой машине. Такое. Это называется. Тут кнопка есть. Я удобно. Да, удобно. Слушай. Прям. Ну потом. Все, давай все. Все, можно играть. Ну что? Акриматом сели. Так, кто там помнит? Даже тут можно, если хватит, вот так залезть надо и так просто сидеть. Ну да. Ну что, все, посмотрели? Да. Так самотор проверил, все, батон. Все, ну, счастливо вам. Давай. Пусти. Все, давай. Да, до свидания. Я на лекцию сижу. Давай, давай. О, камеры есть. Да. Там еще один. Да? Что? Нет, это камера вот у меня тут так. А то в машине свои камеры еще. Ну все, до свидания. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!